То есть тут не было никаких растений, все вы высаживали, это было просто картофельное здесь поле? Не было ничего. Просто пустое поле? Да, походил на студентах, потом появился конь, я его еще застала, потом появился трактор. Долгожитель конь? Самый необычный вид Москва-Сити. Тархун. Тархун, что, сладкий? Ух ты, я счастливая буду. Страна. Даже не двойняшка. Глаза никогда не видел даже, первый раз. Мы вот так вот спонтанно начали наше видео, но у нас сегодня большая честь и большая радость. Алексей очень долго готовился и уговаривал Наталью Георгиевну наконец-то встретиться и записать видео, потому что Наталья Георгиевна просто кладезь знаний о дикорастущих растениях. Мы сейчас находимся в ботаническом саду Неисеченного, правильно? Да, Белого Московского медицинского университета имени Сеченова. Вот. Полный титул. Полный титул. Я даже не запомнил. Самое удивительное, что вот прямо вот здесь, вот за кадром у нас Москва-Сити, и буквально через МЦК, вот здесь огромнейший, ну как, несколько, 4 гектара, да? 4 гектара, не такой уж огромнейший. Но по сравнению, он почти как Москва-Сити почти. Да, ну на фоне 40 гектаров университета, на фоне этих 100 с лишним гектаров главного ботанического, мы, конечно, клоп. Маленький, но очень... Нет, мы маленький, но очень такой. Тысяча с лишним лекарственных и прочих растений, которые здесь выращиваются, и которые, причем многие из них уже стали дикоросами, то есть... Ну, 320 видов у меня дикорастущих сейчас. Сколько же лет этому саду уже? Как вот как сад он существует? Ботанический сад 47-го года. Ага. Закладка. Ага. Прекрасно, 46-го, а закладка весной 47-го, потому что 13 ноября был приказ об образовании, но уже что там делать-то было, уже снег лежал. Так, поэтому и биоценоз такой устоялся, вот. Знаешь, сколько и же, поэтому, 80 лет. Поэтому было очень интересно написать именно научную работу по тому, что у нас сейчас одичало. Ага. За 70 лет на чистом картофельном поле получился мощный биоценоз. Обалдеть. То есть своя экосистема, то есть, по сути. Картофельному полю, ну что у нас там, ну крапива, но дуванчики, ну мокрица. То есть тут не было никаких растений, все вы высаживали, это было просто картофельное здесь поле? Здесь не было ничего. Обалдеть. Была только вот эта вот сломанная ива, мимо которой мы поехали, сейчас пойдем. Вот это единственное дерево, которое было, когда не было ботанического сада. Угу. Почему я взялась писать? И у меня уже 320 видов, которые здесь живут сами по себе. Никого ни о чем не спрашивают растений. Удивительно. То есть получается такая способность к регенерации вот природы. Вот те, которые акклиматизировались здесь полностью. Ага. То есть они сами размножаются, сами растут. Мы с ними где-то воюем, где-то не воюем. Ну, во всяком случае, вот 320 видов у нас сейчас. То есть просто пустое поле? Да, пахали на студентах. Потом появился конь, я его еще застала. Потом появился трактор. Долгожитель конь? Вот. Потом сдох конь, потом сдох трактор. Теперь пашут на агрономах. Потому что на студентах пахать нельзя, у нас болонская система. А по болонской системе без его согласия я его на практике не могу поставить работать. Это кто? Моя гордость. Самое страшное растение Подмосковья – цикута вероза. Вверх ядовитой. Цикута? Угу. Чуть-чуть на хвощ похоже. 20 минут и до свидания. Да, на хвощ я бы, может быть, съесть. Вот
Вы много очень пробовали дикорастущих растений в своей практике. Все, вот что стоит в воде, никогда не пробуем. Если вы не знаете, его лично выложу. А вот то, что в воде, и то, что с луковицей, да? Нет, ну там не обязательно луковица, все, что стоит в воде. Потому что из 8 встречающихся у нас в воде 6 смертельно ядовитых, 2, правда, съедобных. То есть это все болотные, да, растения? Да, все зонтичные, лучше обойти стороночкой. Да, я вот зонтичный не знаю, а у него тоже зонтичный. Еще это раз, зонтичная. Как он называется правильно? Это называется верх ядовитый. Верх ядовитый цикута. Знаменитая цикута, та самая. Хватает маленького буквально там побега, да, и это сразу... Это вот я повезла с Москва-реки. Вот как у нас. Это я... Это тоже она, только немножко... Другой подвид получается. Ну, модели могут быть несколько отличающиеся, но в конечном счете результат будет одинаковый, если вы ее съедите. Понятно. Интересно. Это, я думаю, будет всем полезно знать. Шутки шутками, а в Москве ее очень много. И многие люди, кто не знает, просто там... Ее очень много, потому что, как ни странно, у нее есть такая вещь, вот я не знаю, в чем дело, она любит людей. Любит людей? Кроме шуток. Она встречается почему-то в особенно больших количествах, именно там, где люди ходят. Черкизовские пруды, Сетунская пойма вся, Лефортово в Архангельском. На лодочном пруду Генеральском в санатории мы в свое время 10 кило корней заготовили для гомеопатов. Меньше не стало. Марченко, этот, знаете, этот садовый центр громадный на Москва-реке, в Тарасовке. Понял. Марченко в Тарасовке. Весь центр зарос цикутой. Ну вот вся река. Нигде больше в окрестностях нет, вся река. Вот почему ей нужно непременно где-то... Люди, да. Как будто бы она специально ждет, чтобы ее кто-то съел. У нас до последнего высокого половодья было от Шелепихинского моста до нашего было 12 кустов. А, прямо здесь? Прямо здесь, в центре города. Вот. Ну вот это вот мои личные владения. За альпинарий у нас я отвечаю. Да, насыпал своими руками. Сами насыпали камни все? Это еще студенты помогали. Здесь был один студент, Женька. Ну вот мы вдвоем сделали вот эту горку. Красота. Все камни, между прочим, с нашей территории. Ни одного привозного. Я смотрю, тут очень богатое разнообразие камневое. Ну, как же, стараюсь изо всех сил. Бадам. Не, ну на вершине Альпы должен быть эдельвейс. Ну, вот он на вершине Альпы. Чай, кстати, не пробовали садать? Нет, пока не пробовала. Не так его много. Вообще, чай на печных, вот лаванда. Три вида баданов разных. Тут много чего интересного. Вот еще чудесный баданчик, только он маленький. Это специальный игрушечный такой. Нет, ну серьезно. Ну да, я вижу. Игрушечный баданёныш. Да, здесь вот коллекция чабрецов и душиц. Все разного запаха, еще разного цвета и вкуса. Ого. Да, очаровательный. Вот этот оранжевый, ярко-рыжий тоже хорошенький. Вот этот чабрец из Крыма сбежал. Вот это вот безобразие, которое на дорожке. А выбежал, да? Да, это мне привезли из Крыма, он с альпинария уже убежал. И теперь бегает, где ему хочется. Вот я его уже тоже почистила. А заводила, как мы по нему побегали. Чувствуется? Да, чувствуется, прошли, прям пахнет. Ага. С этим лицом. Смотрите, какая вахта красивая цветет. Это горечь, основная чистая горечь. Так, знаете, не присматриваться, не видно, насколько же много у вас тут растений. То есть у вас тут каждый квадратный там 20-30 метров. Ой, господи, ну тут не так много, тут где-то сотни полторы, наверное, всего-навсего. Да. Вот, но тем не менее. Тут у меня рук не хватает. Скоро сирени зацветут. Взбесившиеся примулы. Они когда-то были культурные. Вылезли. Вы видите, что делается? Вылезли. Полный газон примулы. Вот это первое и последнее дерево, которое было на территории ботсада. Вот оно. Вот большое. Тут оно было в момент приезда. Ну, от нее уже рожки и ножки. Я понял. Ива. Большая.
Это вот это вот, Вадюш. Среди поля ива, и все, да? Ой, держите меня, семеро. У нас уже реально гвоздикой пахнет. Это золотистая смородина. Смородина? Да. Гвоздикой. Вовсю. А ее вообще разводят? Вот тут смородину вижу. Ну вот это все смородина, да. Это золотистая смородина. Самый необычный вид Москва-Сити. А у нее ягода как у черной, только без сильного запаха. Она гораздо более жаростойкая, поэтому ее в основном, знаете, где Северный Кавказ, где воды нет. А так она один к одному, как черная смородина, по виду, по этому самому. Только цветет совсем по-другому. Ну, цветет совсем по-другому и очень красиво, я ничего не отрицаю. А вот это бархат амурский, посмотрите, какая у него пробка. Ого. Пробковая, да, у него кора такая? Да. Это бутылочные пробочки. Ага. На Дальнем Востоке плоды используются в качестве заменителя душистого перца. К сожалению, ни одного плодика сегодня не осталось уже. Птички поели. Вот, они действительно очень похожи по запаху и по вкусу на перец. И считается, что если их ежедневно есть по 6 штук, то никаких заболеваний, ничего не будет, они печень стимулируют реально. Ого. Вот. Красавец. О, мальчики, вам как-то повезло. Да ладно. Теперь у нас печень будет функционировать. Ой, какой аромат невероятный. Душистый перец. Угу. Причем даже, по-моему, гораздо более элегантный, чем душистый да. перец. Ну вот он там идет в качестве заменителя. О! О, где нюхать-то? Красота. Это мой любимый слон. Самый большой в Москве бук. Посмотрите, какой красавец. Да ладно. А почему любимый слон? Посмотрите, вон стоит слоновья нога с пальчиками даже. Вижу. Причем он на ощупь вонящий. Да? Как да. А, реально. Ну что, похож? Похож. Это гомеопатический участок. Здесь как раз все, что надо. Как это в гомеопатии фитолака, вот остатки лежит вон. Ага. Цимицифуга, акониты. Самое главное, что лезет, это вот лезет атропобеладонна. Красавка. Знаменитая легендарная красавка. Она, к сожалению, из широколиственных листов, где очень темно. И она даже когда сюда солнце на день заходит, она вянет. Поэтому убрать ее куда-то, высадить на открытый участок с лекарственными растениями мы не можем. Все, она, она погибает в течение первого же лета. Обалдеть, то есть ей тень нужна такая. Да, идея. Поэтому мне приходится ее держать вот в таком этом укрытии, хорошо совпало с гомеопатическим участком, потому что она там тоже идет. А вот и магнолия большая. Да, это была магнолия. Но еще цветет. Вот. Огромная такая, вау. Я ну, поищите, может, для съемки найдете два цветочка живых. Я такой где-нибудь. Большой никогда не видел. Там еще только распускается. И папоротник сколько. Вот это же все еда. А это страусы. Да, он стреловидный и страусовидный. Вот это вот для еды который хороший. Который я не доела. Тут на всех хватит. Нет, я этот самый, я заморозила пол морозильника больших. Я пойду. Теперь несколько лет не будет уже опять такого цветения. Мне сил не хватит. А, она раз в несколько лет так обилится? Она плодоносит, поэтому она цветет раз в несколько лет. Ага. Красавица. То есть нам повезло. Ну что я могу сделать? Вот, смотрите, еще ветка шикарная. Вот. Ой. Вот эту можно сейчас... Да, кстати. Мне же ребята говорили, что она вкусная, а я не попробовала. А очень ничего. Да. Она пряная какая-то, вообще вкусненькая. Да. А вообще съедобная магнолия? Ты не делал? Ну, мне ребята из Сухуми написали. Угу. Там у меня есть такой приятель. Угу. Вот, и он мне написал, что они сейчас едят магнолию. Вот я решил проверить.
вкусная, она пряная какая-то, в общем, достаточно симпатичная. Да, есть такой цветок, я не знаю, как он правильно называется, по-моему, это тоже древовидное, что-то похоже на магнолию, потому что называется байфа, ну, как белый цветок по-китайски. Mm-hmm. Они из него суп делают. Сейчас я вам еще чудо в перьях покажу. Кокозон весь закрыт пока. Ну, сейчас я поищу. Где-то там вот был бабу покрупнее. Видите, какие загогули? Да. Ну вот, он должен открыться, а он не успел. Хотя бы на день позже. Это какая-то пицца? Вот потрясающе, он пахнет тухлым мясом и опыляется мухами. А это туя, да? Очень красивое зрелище, когда оттуда вылезает вот такая муха, зеленая муха. Это наслаждение, а не съемка. А потом, когда еще студентки носы в нее сунули, а ты его открываешь, а оттуда мухи. И все в разные стороны. Мухи в одну, студентки в другую, котлеты в третью. А вот это вот вполне можно пустить завтра на этот самый, на праздничный стол. Так а вы как его готовите? Вы его обжариваете, тушите, нет, да? Он в таком виде ядовит. А-а-а. Поэтому его вначале нужно отварить минут 5, прокипятить в соленой воде, потом слить воду, а потом уже можете готовить. Можете его жарить, угу, можете его тушить, можете с ним блинчики делать. Кстати, очень вкусно с яйцом просто, ну, в общем, в любом варианте. С мясом, суп. Это обыкновенный папоротник вот наш, который в лесу. И у нас всего два съедобных папоротника, орляк и вот этот. Ага. Да. Остальные все ядовиты в той или иной степени. Ага. Ну, это тоже, как я вам сказала, небезопасен. Его вначале отварить надо. Ядовитый. Это называется страусник. Видите, какой перо? Страусник. Сейчас хорошо видно, почему он страусник. Ну да, хвост такой. Вот. Вот это красивое, вот это идеальное почти состояние, вот такое. Японцы, правда, еще мельче предлагают. А вот это мой ребенок. Вот это я семян выращивала. Это вы сажали? Это орех. Обалдеть. Это ланкастерский орех, первый в городе. Очень долгое время был единственным, потому что это гибрид двух орехов, которые ни в одном ботаническом саду вместе не растут. А-а-а. Потому что, как правило, ботанические сады делят по географии. Америку отдельно сажают, Китай отдельно сажают, да. А у нас все оказалось на ветру, и вот у нас вымахало вот это вот гибридное чудо в перьях. Роскошная, между прочим, вещь. Я его уже ввела в культуру в Подмосковье. Это вот то, чем я, как говорится, останусь перед человечеством. Потому что у него невероятная скорость роста. Посмотрите, годовалые. Это уже за годом такой вымах? Годовалые детишки. Обалдеть! Да, это еще помню, маленькие. Я помню, дубики годовалые, вот такие вот маленькие. Вот этому, а вот этому чучелу 2 года. 2 года? Да. Вот этот, 2 года, да. А вот этому примерно 5? Ему 2. Сейчас посмотрим швы. Вот первый, смотрите, вот первый шов. Ага. Вот второй шов. Ага. 2-3 годика. Это вот прошлогодний прирост. В результате он уже на 6-й год плодоносит. Потрясающе. И при этом он еще морозостойкий получается? Он, да, морозостойкий. Единственный случай, когда он не плодоносил, минус 35 он пережил спокойно, а вот плюс 35 он не плодоносил. А-а-а. Пыльца погорела. А, пустышка. Вот, смотрите, у него нет перегородок. Угу. У него просто нет перегородок. Угу. Вот. Вот сейчас эта игрушка дает около 20 ведер орехов. Ого. Ну здесь вот все просто сплошняком завалено и все, ровным слоем. 10-12 ведер – это для него норматив. Кстати, вкусный орех. Очень вкусный. Для Подмосковья это идеально, потому что грецкий то ли растет, то ли не растет, а это вот растет наверняка. Лескому холодновато все-таки здесь. Да, в общем, я его уже ввела в культуру, мне удалось. А где посадили? По всему Подмосковью. Да? Я уже больше 30 лет занимаюсь этим делом. Ну не, да, около 30 лет. Вот так. Ладно, пошли на фармакологию. Посмотрите, какой красавец. Это тоже зонтичная. Называется мирис душистая. Как тархун. Так он еще и сладкий. Он основательно сладкий. Воняет анисом, основательно сладкий. Потрясающе. Это южная Европа, видишь, душистая. А-а-а.
многолетняя, зонтичная. Тоже зонтичная. Кстати, улучшает мозговое колбасение, помимо всего прочего. Вот эти не едят. Вот это, которым глистов гоняют. Мужской папоротник – это тот, которым гоняют глистов. Гоняли. Как? Сейчас уже не гоняют, потому что там идет вопрос, кто первый сдохнет. А, понятно. Это вот тмин. Убеглый. Ой, я смотрю, это китайский название. Это убежавший тмин. Причем на грядке он вшивый, ага. А вот где он сам по себе бегает, он выглядит несколько поприличнее. Вон он уже разбежался везде, где надо и где не надо. В основном последнее. На грядке растет лучше гораздо. Да. Он опять только начинается, только-только. Тут еще есть. Это нечего толком. Да. Такой запах хрена. Ну, среднее между этой самой редиской и капустной кочерышкой. Обалдеть. Капуста, да. Она тоже дико растет? Нет, это сколько угодно, полное Подмосковье. Свербега, да, называется? Свербега-восточная. Вон она. Слушайте, очень вкусно. Вон ее кусты. В принципе, вот эта палочка, это почти суточная доза аскорбиновой кислоты. Это перитромбальзамический. Пахнет он кумфорой. Классически. Мало того, что он голубой, ой, мама, родная медицина. Да. Чуть-чуть от полыни что-то в нем есть. Ну, тут даже больше чистая камфора, чем полынь. Полынь помягче все-таки, а здесь камфорный запах. Красивый, конечно, невероятно. Голубой-голубой. Откуда он вообще родом? Ну, вонючий-привонючий. Так, а вот здесь у нас конупер. Это пижма бальзамическая. Это вот тот, который у Гоголя. Вот он, гоголевский конупер. В этом самом. В вечерах на хуторе близ Диканьки упоминается. Вот. И запах у него совершенно другой. Ничего общего с этой бякой. Но тоже горький. Как все пижмы. Ну вот тут запах божественный. Вот у нас хороший дикорастущий. Для салатика. Купыль. Вот это я знаю. Это вот купыль и есть. Можете пробовать. Да. Разрешаю. Разрешаю. Показался он похожим, но как раз тут ядовитый. Он страшно похож на болиголов. Вернее, болиголов на него. Но они очень хорошо отличаются. Они отличаются элементарно в любом возрасте вот по этому признаку. У болиголова нет вот этой ложбинки. Угу. У болиголова нет ложбинки. Вот. Если на листе есть ложбинка, это купать. Если нет ложбинки, это болиголов, и лучше его не есть. Смотрите, какой ревень. Так, а кто что? А нет, кто-то уже один лист не выдержал. Смотрите, какой черешок. Вижу, да. Подъел кто-то. Это без ухода. А с уходом он еще страшнее. С уходом его убить можно. Бревно растет, да? Ну, по такой ширине, когда он вот такой длины, он весит 1.5 кило. Последние остатки фазиций. Жалкие. Вот дальше как красиво. Сейчас на солнышке красивые такие. Элеутерокок. Маленький, конечно. Он все равно здесь сдохнет. В ближайшее время. Холодновато здесь, да? Ему слишком много света. Тоже ему слишком будет. Много света, поэтому он плохо себя чувствует. Элеутерокок уходит в тень, а лялия манжурская уходит на солнце. Ага. А лялию манжурскую я в свое время... Когда брат служил на Дальнем Востоке, я видел, как она ломает танковую бетонку. Пробивается сквозь. Пробивает, да, она рвется на солнце так, что ломает танковую бетонку. Обалдеть. То есть это приблизительно вот такой слой бетона. Обалдеть. Ну, чтобы она он пробивает так... Да, она совершенно спокойно его переламывает. Вот. А этот, наоборот, уходит в тень. Ага. Этот тень любит. Вон там лимонник цветет. Ага. Вон самый дальний куст. Цветет лимонник. Это вот мелисса. Золотой корень. Смотрите, какие заросли. Она у нас уже в дикарях. Да, мелисска у нас уже в дикарях. Ну, хороша, жирная. Ну, какая красавица. Ваш чай напиточный-то. Какая. А вы даже не поливаете? Да нет, ничего, близко не подходим.
Это хорошо дичает. Лимончик в бутончиках. Он тоже одичал или нет пока? Вот здесь, здесь все части в чае идут. И листья, и бревна. На Дальнем Востоке очень часто бревна продают. Прямо эти, ну, мотки вот этих вот полок. Ага. Здоровые для чая. Красота. Вот, кусок коры. Ну, вообще, какой аромат тут. Угу. И лютаракук тоже, кстати, на чай идет. Кстати, интересно, да. То, на Дальнем Востоке лютаракук идет на чай против этот самый, противопростудный. Адаптоген же. Тоже. Адаптоген, да. Я его сама дергала в тайге. Так приятно, когда сад такой красивый. Это как раз, это неврология вся идет. Я вот что-то об этом здесь подумал. Идут эти самые стимуляторы, здесь идут успокаивающие. Вот он корень вот мою. Вот он перечная мята. Перечная? Настоящая перечная мята, самая вонючая. Вот, кстати, это вот которая голый ментол. Ага. Голый ментол, зубной порошок. Это ослинник двулетний, пришелец из Северной Америки, который у нас очень хорошо обосновался. У него съедобно все целиком, а семенам вообще цены нет. У него семена – это так называемое американское название «вечерняя примула». Ага. Масло вечерней примулы применяется практически при всех заболеваниях. Ого. Там вот такой вот список. То есть это еще и, наверное… Нет, дело в том, что там… Есть гамма-линоленовая кислота, она предшественник простагландинов, которые идут регулировать все процессы в организме. И когда она поступает, начинает регулироваться все чухом. То есть и кожа, и печень, и суставы, и легкие, и эти самые глазки, и волосы, все на свете. Там список начинается, простите, с предменструального синдрома, потом идет через все заболевания этого опорно-двигательного, кожного, печеночного и кончается похмельем. Обалдеть. Это все вот одно растение, такой спектр. Из семян, да, только из семян. А это идет как пищевое, как шпинатная зелень идет, ботва. Вот и здоровенный толстый корень, как пойдет вместо пастернака валят. Слушайте, чуть-чуть от руковы немножко. Ну, есть немножко, уже, потому что уже стрелку начала давать. Я-то уже не первый год с ней играюсь. А, кстати, поэтому как, да. Так, а средник двулетний. Ночная примула. Ночная свеча, ночная примула. А, то есть ее надо каждые 2 года пересаживать по идее, а так долго не будет. Так, подождите секундочку. Ладно уж. Где я тут в прошлый раз экспериментировала? Засыпали уже все паразиты. Где-то здесь был кусок корня, с которым можно было оторвать эту самую щепку. Это солодка. Сладкая которая, вот, да? Ну да, глицериза. Вот, кстати, сладкий, сладкий скифский корень. Вот я тут резвилась в прошлый раз. Ага, вижу. Вот он же решение лун. Оно так сладко, что даже горько. Да, точно. Сахарозаменитель. Древний сахарозаменитель. Мы не кладем в споры. Ну, ее еще древние греки из Колхиды ввозили. Сладкий скифский корень. Глицериза с латыни буквально переводится сладкий корень. А вот это вот замечательная салатная зелень, это сорняк, который я очень уважаю. Это называется сердечник недотрога. Встречается по всему Подмосковью в тенистых местах сырых. В основном в елкиных лесах. По дорожкам. Очень вкусный крест-салат. Крест-салат нормальный. На капусту тоже похож. Нормальный шикарный крест-салатик. Обалдеть. И абсолютно без хлопот. Он абсолютно дикий. Сам растет. Сама растет. Я не понимаю, почему у нас никто не занимается разведением вот такого, если оно само растет, а не нужно никаких удобрений, получается. Только собирай. Вероятно, лень. А вот это сурепка. Или этот рокет, рокет-салат по-английски. Вполне даже. Не бойтесь, если эти, у них очень вкусно в тесте жарить. Сурепки, да, цветочки очень вкусно жарить в тесте. Ой, то у меня уже там все чабрецом пахнет. Нормальная капуста.
Да, у меня, кстати, знаете, что потрясающе просто вот этот послевкусие от, солодки от этой смешалось с этим лимонником, с ароматом. То есть это такой, богатейший вот этот вкус, который, по-моему... А я делаю салат не меньше, чем из 8 компонентов дикорастущих. Я подозреваю, что ваш салат – это просто, наверное, лучший салат, потому, ага, что, потому что вот эти все, ну, растения, которые правильно, мы покупаем коммерческие, правильно, они не имеют все, такие, все с этого вкуса. Самого, вот это в следующий раз вот поедете, я вас накормлю. А вообще рекордный был дикий анекдот. Значит, как-то мне пришлось кормить две кафедры. Ну, замнем по какому поводу. Денег не было, пришлось переходить на дикоросы. Вот, и я делала ведро салата. Ну, там много чего было. Потому что я готовлю многое упорно. У меня же книжка «Кухня Робинзона». Вот. И я, значит, под эту книжку, собственно, тогда она уже была написана, я рванула, накрутила этого салата. Одна из кафедр – кафедра ботаники. Ну, мой зав кафедрой, мой преподаватель бывший, он и спрашивает, Наталья, говорит, а что ты туда напихала? Я смотрю на него и говорю, Евгений Иванович, вы знаете, я вам не могу сказать по видам, но я точно знаю, что там 14 семейств. Ну, вот. Я же вижу щавель, хрен, правильно я понял? Это вот конский щавель красивый такой. Вот этот вот эти заготавливают, армяне сушеные. А вот это вот ревень слабительный. Посмотрите, какой красавец. Это именно слабительный, настоящий. Красота. Ревень пальматум тангутикум. Ревень тангутский. Его за ним по Иване Грозным специально караваном отправляли. Да ладно. За слабительным в эту самую... В Монголию практически. Да. Чмерицелобеля. А вот это? Да, красавица. Смертельно ядовита. Посмотрите, как она приспособлена для степных условий, где влаги мало. Она собирает всю воду и сливает себя на эти самые. Такой как коллекционер воды. То есть у нее все стекает к себе в степь. Ну да, и все стекает на корешок. Красота. Вот тоже растение средней полосы. Потрём. Черноголовик кровохлёбковый. Сейчас буду на два месяца деваться. Потому что вы мне сейчас совершенно четко затруднитесь сказать, чем оно пахнет. Ну вот мне. Ну вот мне какие-то кажется травы, когда скосишь траву свежую вот в поле. Да огурцами он пахнет. Огурцами. А, точно. Ну, я же сказал, я сейчас над вами буду издеваться. Точно, вообще. Удивительно. А не всегда ведь запах такой же, как и вкус. Ну, потому что, нет, потому что в голову не приходит, что-то дикорастущее, да, что-то знакомое, вот пахнет огурцами, и так и используется. У него ореховый вкус, сильный ореховый вяжущий вкус, но запах огуречный, поэтому его, в принципе, можно сунуть в салат. В общей смеси он очень интересен. Да, я надеюсь, что у него реально какой-то грецкий орех, вот там что-то такое вот. Это похоже на морковь. Тмин, кстати, тоже едят. У тмина едят ботву. У него вообще лучше дудки есть. Дудка, интересно, есть уже или нет еще дудки? Нет, дудки еще нету, а уже есть. Надо же твану одну. Ага. Вот. Съедобная. Тминская дудка. Она просто вкуснее, чем ботва. Пахнет вкусно, кстати. Я сегодня как настоящий натуралист пробую все. Нет, все не надо. Ну, кроме... Есть ботва. Отдельные растения, которые едят только один раз в жизни. Первый и последний. Коневище с конями и болотного. Бене, коневище, во. Так он все-таки на болоте растет, но, тем не менее, съедобный. Он вот тут возле Мастарос, где мы его этот самый поезжали. Да. Мы там все перепахали сейчас. В дикой природе очень часто встречаем. Он прекрасно себя в определенных условиях, он прекрасно себя чувствует на суходоле. Вот. Вот если эту гадость жевать, она такая гадость. Она горько, вонючая, да, жгучая. Я что-то пробовал, мне не понравилось. Ну, типа имбиря. Ага. Вот. Он снимает все воспаления в полости рта и даже начинающиеся воспаления надкусницы.
Да ладно. Угу. А у меня как раз горло болит. То есть, если горло болит, можно просто жевать его. Просто и... жевать. Слушайте, ну я, короче, себе возьму. Стоматит я снимал у радиологических больных. Да ладно. У них нулевой иммунитет. Ага. Бедная, я когда в клинике работала, иммунитет никакого. Угу. И эти, у них стоматит такой, что ну просто рот не открывается. Там все, там в этих все белое в язвах. Где-то через час, где-то полчаса жвачки уже рот открывается. Обалдеть. Отек спадает. Это вот Аир? Аир болотный, да. Это идеальное средство. Идеальное. А противопоказаний особых нету там, ну, если здоровье. Ну, язва желудка, естественно. Ну, понятно. Ну, потому что как все жгучеедкие, да. А я еще знаю, что если из него шампунь сделать, то быстро волосы. Был шампунь, и шампунь из него делают, и что только из него не делают. Хлеб на нем пекут. Да-да-да. На листьях Аира хлеб пекли раньше. То есть не корни, а листья, да? Для... На листьях пекли. Потому что лист у него тоже такой же пахучий. Так, еще вам нужно один съедобный сорняк показать. Это вот этот. Только здесь уже, по-моему, нет такой стадии, в которой его есть. Хотя нет. Сейчас посмотрим. А, ломается. Ломается. Это называется гречиха сахалинская. О, так это много где-то. Он у нас сейчас в черной книге Подмосковья. В черной книге? В черной. А это что черное еще значит? А есть черная. Есть красная книга, от которых надо охранять. А черные нужно читать? А черные это те, от которых надо охранять. Да ладно. Вот. Чем опасен? Захватывает территорию. Как большие, да? То есть... И ничем не выводится. Ага. Вот, но в очень молодом возрасте, вот когда он еще, когда его ломаешь, он ломается с хрустом. Не с веревкой, а вот когда я его ломал, слышите звук? Да, да, да. Вот пробуйте. Ну-ка. Вполне себе ничуть не хуже ревеня. Очень вкусно. Вкусно, у меня его пенсионерки даже некоторые брали на развод именно в качестве овощного растения. В раннем возрасте. Он, вот как вот сейчас как... сам растет вообще абсолютно, да? То есть... Вот везде растет, я же говорю, черная книга. Вот один из способов уничтожения растений черной книги. Я понял. Потрясающе вообще. Взять и съесть. Слушайте, по-моему, никогда же такое количество, такой промежуток короткого времени не ел такое количество вот этих дикорастущих растений. Сам бы никогда бы не решился, потому что я не знаю, что это такое. Вот еще чудная вещь. Это у нас чесночник. Это у нас чесночник. У англичан это называется чесночная горчица. Невероятно. Пробуйте. Чесночная горчица. Да, правда. Слушайте, я, по-моему, у меня сегодня, наверное, рекорд по количеству каких-то невероятных вкусов, которые каждый из них просто, ну... А количество витаминов? Все, я на год вперед, да? Ну не на год, конечно, больше часть не сохраняется, но все-таки. Насыщение чувствуется явно, даже немножко съел, а вот прям пошел. Алексей, это совершенно четко проверено. Витаминный удар – это мощный стимулятор, очень мощный стимулятор. Вот именно такой витаминный удар, когда очень много всякой этой самой зелени. У меня подруга маму после инсульта откачала за 3 месяца на салатах. Ну, таких салатах именно. Вот наш бодный зелень, 3 миски в день. Нормально. Это мощный медвитаминный удар, и бабка копала уже этот самый весной. Да. Причем лежачая была совершенно. Потрясающе. Вот, нет, это проверено, там действительно вспышка такая, вспышка энергии после вот этого вот большого количества салата. У меня мы обычно, когда у меня обрезка деревьев кустарников, они где-то часа 4 пилят, uh-huh. а потом получают салатик. Uh-huh. После 4 часов работы интенсивной, они еще уходят отдохнувшие. Пошли, пойдем по той дорожке. А вот это черемуха мурака, или золотистокурая черемуха. Посмотрите, какой ствол. Да. Ух ты! Красота! Это дальневосточник. Вот она сейчас цветет. Сейчас зацветет, будет похолодание. По листу и по цветам узнать, а ствол прям такой вот... Это знаете, сейчас ходит хороший анекдот.
А что это у вас в мае так холодно? Да черемуха цветет, вы своим все время холодно. А тогда какого черта вы ее сажаете? Это вот, вот какая же, это золотишь такое, черемуха, мака цветет, она без запаха. Она без запаха. Но зато можете посмотреть, действительно, золотые стволы вон. Вау, тут-то точно. Да, видно. Красота. Вон настоящее золото. Вот эти тоже такие были, ну, годы. А, я просто помню, был вот возраст. Возраст. Их бы 12 штук было, ну и грибы поели. Это вот от них стволы. Это они же были? Да, это пни от них. Вот, кстати сказать, вот эта черемуха, я точно знаю, сколько ей лет. Это самосев после 98 года, вот за 20 лет. Быстро. Что вырастает? Как правило, когда все сажают на участке черемуху и думают, что это будет такой элегантный кустик. Вот вам, кустик. Вот вам 20-летний кустик. А, это я смотрю, у меня есть черемуха на участке, тоже растет. И я... Ну вот, вот будете, значит, что, вы, что вы будете через... иметь через 20 я лет. Я понял. Вот, поэтому, да, лиса. Лиса. Там настоящий лес, там наш хвойный участок. Вот. Сейчас покажу канадский сахарный клен. Вот мы к нему подходим, вот эти вот громилы. Это вот канадские он... сахарные клены. Которые сироп, да, дают? Да. Вот тот, из которого кленовый сиропчик делают. Красота какая. Вот они, клены серебристые, большие. Кстати, сахарный сироп добывают в начале февраля. А, не как береза. Нет. В начале февраля. Точно так же, как березовый сок, да? Точно так же, да. Да, но только по снегу. Только по снегу. Ну, начало февраля. Что у нас снег, что в Канаде снег. А потом выпаривают этот сироп, да? Чтобы потом выпаривают до сиропа, да. Вот, красавец. Он очень рано цветет. Он первый у нас из древесных зацветает. Даже иногда раньше ольхи. Как повезет. Здорово, он тут хорошо акклиматизируется, потому что... Нет, он прекрасно себя чувствует, он у нас самосев дает вовсю. Вон корейская береза торчит, две штуки вовсю. Корелка эта, драгоценная да. штука. Вот посмотрите, очень забавная смородина. О, да. Что за смородина? Это называется крупнолистная, с красными цветочками. Так вы не туда смотрите, вы вон туда смотрите, разметочки кустика. Нормально. Мои 164. Красота. 2,5 как минимум. Просто. Ягоды у нее как у красной смородины, только на 2 недели раньше. Это у нас березняк, не видно какой. Здесь даже чага росла, но сейчас нету. Так что, видите, в центре города, на фоне вот этого безобразия. Я, если честно, когда первый раз от города подъехали, когда я вышел, это просто шок был вообще. А представьте себе, какой шок, когда люди входят в калитку, у нас же там есть калитка, ага. с той стороны. Ага. И после вот этого вот всего... Москва-сити такой, оп, кусочек дикого леса, да. Внезапно оказывается вот в этой залежке. Пошли еще одну магнолию посмотрим. Там должна быть звездчатая, еще один маленький суланджик. Вот красавицы. Это звездчатая и суланж. Сейчас вы налетите на мощную красную книгу. Это яблоня Недзветского. Дальневосточник. Она цветет вишневыми цветами. Да ладно. Ага. Ну еще рановато. А что это за здание вот слева, кирпичное вот это? Вот это вот. Фу. Это у нас тут была раньше теплица. Ага. Но, к сожалению. То есть печка это была отопление? Она при мне еще, да, она была с угольным отоплением. Ага. Ну, к сожалению, при мне еще пришлось. Она развалилась, ее лет 40 не чинили. Вот. Вот эти дубы из семян. О, а когда были посажены? В 47-м году не у кого уже было покупать саженцы. То есть вот этим деревьям получается около где-то 80? Не около, 70. 70 лет? 70 с небольшим, да. Ничего себе, такой огромный. Почему они так посажены? Это была школка. Ага. Это была школка. То есть их посадили на время порасти немножечко. А потом что-то как-то оставили. Вроде хорошо растут, да? Ну, руки не дошли. А потом уже оказалось, что их уже все.
Вот они теперь стоят здесь на память человечеству. Если бы не знал, подумал, что этому дубу лет 100. Ага. А вот этим тоже 70. Посмотрите, какое забавное сообщество. Ага. Кстати сказать, в Ясной Поляне так есть дуб с березой в обнимку. Ага. Очень красивые. Ну все, прибыли в ЖАД. Ну и как вам? Отлично просто, если честно, я прям в шоке даже. Забавное местечко. Вот этот дальний вид МЦК. А у меня еще, между прочим, мы еще с вами болото не видели. У меня еще болото есть. Микроскопическое, совсем микроскопическое. Маленький тазик. У нас там еще за домом маленький пятачок есть, очень красивый. Там у Оксанки весь цветник почти сейчас. Ну, такое опытное поле. Вот. Ладно, пошли прямо в болото. Ух ты. Здесь есть все, что полагается. Вот есть калужница. Здесь есть так называемый Кассандра болотный мед. Здесь есть вон там этот, вот есть желтый болотный. Ага. Вот. Потом вот там вот эти вот кучерявые листики вылезают. Жарушник земноводный, водяной хрен. А вот это вот, это тоже очень вкусный салатик. Это называется этот сердечник большой. И где-то, если тут пошарить, здесь по донышку даже клюква ползает. То есть у меня полный комплект. Да, это просто болото такое, да? Ну, это полный комплект болотной растительности. Все есть. Все, что надо, все есть. Ну, студентам же надо показывать. Сейчас болото пока найдешь. Так, а вот к этому уже подходить нельзя. Здесь начинается то, что дает ожоги такие, что лучше не надо. Так вот этого, эти самые... Вот эта штука? Вот это обходи стороной. Штаны не спасут. Штаны не спасут? Нет. Штаны могут не спасти. Это Борисович умудрился сюда посадить. Ну, он хотел сделать участок ядовитых. А там, где у нас уж этот американский сумах, он ядовит настолько, что если в него влезла собачка, а вы погладили эту собачку, то у вас уже будут ожоги. Дым дает смертельное отравление при сжигании. Поэтому эта дрянь махровая. Аккуратнее как только, ради бога. Не лапай. А то будет та самая собачка. Сумах ползучий. У англичан, у американцев это называется ядовитый плющ. Слышали? Да. Ну вот это вот ядовитый плющ и есть. Ожог, да, это просто от прикосновения. Он уже пошел везде, я в ужасе. Ну, сейчас должен приехать один гомеопат с этого, с Крыма. И он собирается его изводить на гомеопатов. А что, из него тоже люди делают лекарства? Да, это РУС. Гомеопатическое средство РУС. Он идет там противовоспалительный очень, он широко идет. И у меня моя гомеопатка, кстати, все время ездит. Регулярно она ездит за этой самой бякой. Угу. Она у меня ее заготавливает в резиновых перчатках, вот так. Вот, ну вот. И он хочет сейчас выращивать в Крыму, поэтому он поедет за рассадой, я эти пока не трогаю. Пускай он ее... Выкопает. Да, сам выкапывает сам, а я жить хочу. Между прочим. Ну вот тут еще куча всяких цветущих, там куча тюльпанов, еще всего, всяких куча интересных. И вот там у нас калитка как раз входная, так что вы можете себе представить, как это все выглядит, когда влезаешь. В Москва-Сити так и проходишь, там 10 метров, да, и оказываешься. Сколько, вы говорите, у вас здесь всего растений? У нас больше 1000 видов. Больше 1000 видов. Там где-то 1020, 1030, что-то вот в таком духе там. Ну, каждый раз меняется, потому что что-то посеяли, что-то купили, что-то подохло. Понятно. Так что вот такие дела у нас. Очень интересно. Thank you.
Женя, в общем-то, Наталья нам провела замечательную экскурсию. То есть, надеюсь, что это было очень интересно. И сейчас мы хотим задать несколько вопросов про дикоросы. Потому что вы написали книгу, во-первых, да? Да, у меня «Кухня Робинзона». Это единственная книга или еще были какие-то другие? Ну, у меня первая была «Кухня Робинзона». А там потом где-то 6 толстых, и я не знаю, сколько там мелочи совместно с моими там девочками, с подругами и так далее. Да. Ну, 6 моих. Угу. Вот сейчас готовим переиздание «Кухни Робинзона». Это, конечно, это просто самое знаменитое. Да, это моя собственная. Это у меня, кстати, есть, если хотите, могу помахать. Ну, толку-то. Она уже давно вся разошлась. То есть ее на сети она есть, я думаю, продается? Она есть на Литресе, ее можно скачать совершенно спокойно. Ага. Вот, но сейчас готовится исправленное и дополненное очередное издание. Но я сейчас, честно говоря, застряла, потому что мы с Михаилом Вишневским делаем третий том заключительный. Ага. Его большой серии готовим из дикоросов. Ага. Ну это тоже, как бы, по сути, да, тоже, да? Да, ну там у него чисто рецепты и немножко география. Ага. Вот. И мы готовим третий заключительный том. Вот когда я медведя выпущу на свободу, займётесь переизданием. И тогда я срочно кончу Робинзона, потому что это очень большая работа у нас с Мишей. В Робинзоне 200 видов, а у него там будет его около 1000. Поэтому, естественно, ну практически он. Я же ограничил средней полосой, по сути дела. То есть он взял просто весь срез? А он взял всю Россию. Угу. Нам сейчас помогают ребята с Дальнего Востока, помогают с Кавказа, там так далее. Ну, то есть те места, которые нам самим охватить трудновато. А там именно растения или грибы тоже взяли? Грибы была отдельная книга. А-а-а. Первая книга вышла «Деревья и кустарники», готовим из дикоросов. Вторая книга вышла, дай Боже, памяти не сбиться, «Водоросли, мхи, лишайники, хвощи, папоротники, грибы». Обалдеть. Вот второй том. А третий сейчас, собственно, самый про растения. Да? А второй уже будет, третий том – это уже будет высшие растения, именно травянистые. Угу. Всевозможнейшая трава. И поэтому, конечно, работа колоссальная, просто невообразимая. Мне сейчас не до Робинзона. Потому... Когда примерно готовится к изданию книги? Да? Осенью хотим сдать. Осенью. Да, уже немножко осталось, мы уже добрались до буквы «Р». Настоятельно рекомендую, я сегодня 2 часа ел салаты, можно сказать, ну, сбора такого натурального, приготовленного Натальи Георгиевны. Надеюсь, потом мы уже готовы попробуем, но сейчас я такое количество, по-моему, никогда не ел, вот у меня просто дико... Было бы больше времени, я бы салатом накормила, но... Приедем в следующий раз. Да, приезжайте обязательно. Обязательно, сейчас еще половины растений не хватает, которые съедобны, потому что они только начали вылезать, и где-то в начале лета было бы неплохо повторить вашу экскурсию, я бы вам уже больше показала. Леш, у тебя был вопрос. Я хотел сказать, что Наталья Георгиевна и художник, иллюстратор, ну, и автор книг, и ботаник, в общем, всех регалий я не знаю, но для меня, в первую очередь, это вы как популяризатор науки. И мне очень приятно от вас это перенимать, и особенно ваш опыт колоссальный, потому что вы столько всего попробовали, и, как я вижу, полны сил. Поскольку мы занимаемся чаем травяным, очень частые вопросы у людей возникают. Если я им говорю, что это вот традиционный чай китайский, у них вообще никаких вопросов нет. Они взяли сколько там надо, засыпали, все заварили, пьют. Если я им говорю, что это травы или это травяной сбор, то у них сразу: «О, может быть, а вдруг я отравлюсь? А вдруг там что? Вдруг это для меня это противопоказано? Или аллергия, или еще что-то?» Вот я хотел бы спросить у вас, какие-то есть меры предосторожности, или, может быть, стоит развеять вот этот вот страх у людей? Потому что я вижу, что мы сегодня ели очень много растений без опаски. Но были какие-то растения, которые вы сказали, что ядовитые? Вот какая-то есть степень предосторожности, может быть, для того, чтобы... Ну, прежде всего, извините, не тащите вот то, что вы не знаете. Это нужно вбивать вот с такого вот детского возраста. Просто, что если вы не знаете, не тащите в рот неизвестное растение. Американский спецназ, у них есть руководство, трехтомник. Вот никак не могу найти, кстати, третий том. Там по всему шарику собрано все съедобное. Ага, то есть это большой том. Ну, должен быть достаточно серьезный.
Так вот, еще, значит, по-моему, в первом или во втором томе существует методика, специальная методика определения, если вы первый раз встретились с каким-то растением и хотите понять, можно ли его есть. Правда, мероприятие растягивается на 3 дня. За это время вполне можно уже сдохнуть от голода. Но, тем не менее, там, там начинается кожные пробы. 2-3 часа нужно подождать. Если за это время ничего не появилось, можно попробовать его лизнуть. Вот. Опять какое-то время ждешь. Если ничего не случилось, значит, можно его пожевать и выплюнуть. Опять какое-то время ждешь, достаточно большое. Если ничего не. Да. И вот такая вот проверка до того момента, когда выясняется, что его действительно можно съесть. Ну, нам такое совсем не обязательно, потому что, как правило. Ну, изучено уже все здесь практически. Нет, в нашей если говорить, если быть честным, у меня есть экскурсия в университете по ядовитым растениям. Ядовитых трав, именно трав, которые можно съесть. Вот так вот просто. По-настоящему ядовитых у нас очень немного. Мало. У нас опасные плоды и ягоды. Вот привлекательные, да. Вот это отравы много. А так реально. Классика. Болиголов, цикута, кокориш. Кокориш страшная вещь, но у нас, слава богу, в средней полосе его мало. Он идеально похож на петрушку. Вот, и когда они вместе попадаются на одной грядке, он смертельно ядовит, да. Еще 3-4 зонтичных, ну, в общем, не больше 12 штук. И все. Да, травы, которыми можно травиться. Ну, их лучше знать. И, как я понимаю, большинство на вид зонтичные. Да, в основном зонтичные. Зонтичные, потом это вот еще воронец колочистый, лютиковые. Ага. Все лютики. Ну, лютик нормальный человек, есть лютик или аконит, не будет. При том, что он ядовит, но он даже не вызывает никаких пищевых ассоциаций. Да. Мне кажется, что есть дикорастущие растения, это вообще для человека нормально. Это мы за 100 лет очень сильно изменили свой рацион питания, но наш организм за 100 лет не изменился. Да нет, кстати, это нормально, потому что, в принципе, начинали в деревне, начинали, собственно говоря, год начинался с того, что вылезала первая зелень. Как правило, зерна и всего прочего не хватало. Вы же не забывайте, что у нас по статистике из 10 лет было 6 неурожайных. Это вот именно во время царской... Да, это вот дореволюционные годы. Вот, то есть хватало ровным счетом до этого самого, до вот первой зелени, которая вылезала. И сразу выходили на сныть, на борщевик, на щавель, на кислицу ту же самую, на все травы. Хотя бочки еще вот сосновые, еловые бочки. Они очень, сосновые. Кстати, полезны. Да? Вот на почке березовый лист молодой, липовый лист очень вкусно. Да. И так далее, и так далее, да. То есть выходили сразу на зелень. Угу. А Кавказ до сих пор питается. Возьмите тот же самый, возьмите Армению, возьмите Азербайджан. Угу. У них это вообще осталось традиция. У них дикоросы в таком количестве. Вон банки стоят в магазине Армения. Пожалуйста, посмотрите. Бутень, борщевик, купена. Ну, что-то там еще, я все не помню сейчас наизусть. Ну, вот самые такие, ходовые. А как у нас в такое время вот именно так сильно ушли дикоросы из рациона, и когда было потеряно? Это советский период или раньше это произошло, когда это началось примерно? Ну, понятно, как началось нормальное обеспечение питанием, как голод прекратился. Ага, ну и как бы да, подумали, что зачем заморачиваться, да, как бы. То есть... Как голод прекратился, перестали обращать на дикоросы внимание. Кстати сказать, как только, не дай бог, что-нибудь случается, мы к ним возвращаемся. 19-й год. Никитинский автор был, выпустил огромную книжку о суррогатах и малоизвестных пищевых продуктах. 41-й год, вернее, 42-й весна, Ботанический институт Мин питерский выпускает инструкцию по этим дикорастущим растениям. Блокадный бин сделал очень много. Было руководство специально выпущенное. Спасала людей. Ну, мой Робинзон в 91-м, между прочим. О, как в самый разгар кризиса. Ну да. То есть первое издание как раз вот в этом. Первое издание, да, первое издание вышло как раз в вот этот самый такой торжественный момент.
мы готовились заранее. Я так понимаю, еще во время перестройки было понятно, что сейчас что-то такое будет, да, и уже надо было. 20 тысяч экземпляров, между прочим, тираж был. Первое издание. Да. Разлетелся. Нормально. Улетел. В течение года. Книжечка оказалась весьма актуальна. Ну да, еще в такое время непростое вышло. То есть, ну вот это, ну, ну так я сама спасалась, между прочим, на дикоросах. А потому что, ну а что вы хотите, когда в троллейбусе ездили по справке из бухгалтерии? О том, что тебе 4 месяца не выдавали зарплату, ага. И тебе просто нечем платить за троллейбус. Ну, мне кажется, что сейчас актуально возвращаться к дикоросам не из-за того, что у нас нечего есть, а из-за качества еды. Я правильно понимаю, что дикорастущие растения, они как раз содержат такие минералы, активные вещества, вот как витамины. Селен, например. Витамин, который... Ну, селен у нас уже ничего не содержит, давайте будем честными. Да? Ну... На территории России селен вывелся полностью, его нет. В приморских районах, где-то там узкой полосочкой, а вся остальная территория, были исследования где-то году в 90-х, в общем, конец 90-х годов, были исследования, что селена у нас нет вообще. Вот селена нет, но зато все остальное есть. Вот. А если учесть еще то, что сейчас овощные сокращают срок развития, раньше редиска росла полтора месяца. За полтора месяца она тянула из почвы все, что она могла вытянуть. Угу. То есть все минеральные соли, там сахара формировала, этот, ну, всякие все эфирные масла формировала и так далее, и так далее. У нее было полтора месяца. Угу. Это сколько дней? Ну, 45 дней. 45 дней. Сейчас 18. Обалдеть. А уже есть 15. Также и вот эта зелень вообще 45 салат, и 15. Что она за 15 дней успела набрать из почвы? Нет витаминов просто никаких. То есть она будет... Ну, витамины, может, она что-то выработала, а значит, минеральных веществ и всего прочего она из почвы просто ничего не успела натащить. Понятно. То есть, что оно там есть, что его там нет. Все вот наши, где получаются магазинные овощи, они... Ну, они это все как минимум ускоренное, а как максимум еще и модернизированное. Вы думаете, почему они такие все невкусные? Бывает вкусно, но вкусно – это сразу другая цена. За вкус действительно другая цена. Дело в том, что вкус растения у плодов появляется только тогда, когда они начинают портиться. Ага. Это приманка для тех, кто должен их съесть. Ага. Вот берем грушу. Она твердая, зеленая никакая. Невкусная. Не совершенно несъедобная. Да. Потом она в течение буквально нескольких дней становится сладкой и ароматная. Вот это момент, когда ее срочно должен кто-то съесть и посеять семена. Чтобы распространить семена. Совершенно верно, да. Дальше ей храниться, ей не надо храниться. Ей нужно, чтобы ее за 3-4 дня съели и посеяли. Ну да. У груши свои цели. У груши свои цели. А у нас цель ее сохранить. Ага. Раз она лежит, она не может технически. Ну да. Я уже сказала, что при порче только будут появляться вкусовые вещества. Помидоры только после Второй мировой войны начали есть массово. А до этого не было? А до этого они не хранились, их довозили до ближайшего базара. А-а-а. Где-то году, наверное, в 47-м или в 49-м, вот так приблизительно, американцы поймали ген устой, который стал задерживать созревание помидор. А, и стали собирать зеленые. И вот тогда их начали возить. Тогда у нас уже болгарские помидоры появились и так далее. Вот, ну такого безобразия не было, когда они по 3 месяца лежали и не тухли. Я еще по поводу вкуса хотел заметить, что когда я стал пробовать дикорастущие растения, поначалу они мне все казались какими-то горькими и очень пряными. Но потом я стал различать вот эти степени горечи, какая-то благородная горечь, она разная такая и очень питательная. Не надо их много съесть, чтобы насытиться. А горечь у нас вообще основополагающая, потому что обязательно без горечи нам никуда. Горечь включает работу ферментативных систем печени. Ага. А печень у нас очистка от всего и вся. У нас только в воздухе Москвы на каждого из нас приходится по 40 килограмм грязи. О, то есть это почти килограмм в неделю, который проходит через вашу печень. И поэтому, если вы ей даете горечи, в особенности, если любые крестоцветные, редиска, репка, редька, ну и все дикоросы. Они просто обязательно должны быть. Это всего. Обязательно. Крестоцветные должны быть ежедневные обязательно. А. Максимальный стимулятор капуста-брокколи. Капуста-брокколи. Да, по ней, сейчас в любом виде. По ней сейчас идет куча исследований. Ага. Жуткое количество диссертаций. Ага.
Вот, и пришли к выводу, что вот самый мощный стимулятор печени именно она. Капуста. Именно брокколи, да. Угу. Желательно, конечно, не очень переваренная. Кстати, вот из таких общераспространенных растений, которые, вот, ну, может быть, все знают, понятно, все знают там про сныть, про крапиву, а может быть, есть какое-то очень распространенное растение, которое реально можно есть и которое имеет питательные вещества, и именно не с точки зрения, как, скажем, замена, когда вот нет еды, там, да, и вот мы ели наши там с тяжелые годы, а то, что стоило бы добавить как витаминную добавку, может быть, что-то порекомендовать. Ну и не только как витаминную, пожалуйста. Ну, нет, ну, во-первых, можно из всех вот эти вот ходовые, все крестоцветные опять же вернуться. Да, да. Самое такое, вот что у нас заброшено. Ага. О чем не знают, а что? Надо бы... Да, что у нас совсем заброшено, это борщевик. Борщевик, ну вообще как бы... Нет, не Сосновского, не надо. Ага. Вот если там приедете, я вам покажу. Дело в том, что борщевик сибирский, ага. Слышали про домострой? Да. Ну так вот, в домострое 3 раза упоминается борщевик сибирский в качестве пищевого растения. И он в колоссальном количестве растет на подмосковных, вообще на лугах средней полосы, просто его очень мало кто знает. Это такое темно-темно-зеленое и все колючее, зонтичное. У него даже... Нет, он абсолютно безопасен. А что обжигает? Обжигает Сосновского. Во-первых, борщевик сибирский, он редко бывает чуть больше 2 метров. Во-вторых, у него вот такое всего-навсего соцветие максимум. Темно-зеленого цвета. Темно-зеленого. А вот светло-зеленого... А он не светло-зеленый, он вообще белый Сосновский. Белый Сосновского. Сосновский белый, да. А темно-темно-зеленого цвета. Нормальное луговое растение. Понятно. Я даже вспомнил, о чем он говорит, потому что вот этот Сосновский, он выше, во-первых, вымахивает. Здоровый. Он тоже большой, но темно-темно-темно-зеленый. Сосновский это вообще. Кстати, Сосновского тоже можно есть, ну как-то без энтузиазма. Ну, я понял. Ну, когда есть такой, зачем, как бы, собственно. Да нет, ни к чему совершенно. А чем ему польза? Сосновский у нас тоже черная книга. Он ее возглавляет. Да, понятно. Согласен. После него. Борщевик Сосновского. Клен ясенелистный, этот самый золотарник канадский, это гречих сахалинская, вот это вот навскидку. А вот, кстати, борщевик сибирский, да, который говорите, а в чем его польза? То есть, где какие-то микроэлементы полезные, то есть он как бы как... Ну, во-первых, как все зонтичные, это мощное белковое растение. Ну то есть он питательный. Правда? Он очень питательный. Ну, у того же Даля, были бы борщевик и сныть, живы будем. Ну, если его на зиму квасили или сушили, еще и торговали. Это вот докапустная Русь. То есть это вот, по сути, так, как и сныть. До 9 века, и посмотрите, сколько он продержался. Домострой же уже по Иване Грозному написан. Значит, 500 лет после того, как появилась капуста, он все равно 500 лет продержался. При том, что капуста в домострое тоже употребляется. Упоминается неоднократно. Вот 500 лет он после этого еще продержался. В качестве такого вот ходового пищевого растения. Вот. Знаете, такой интересный вопрос, последний, мы сегодня так замучили. Вы говорили про деревья съедобные. Может, буквально вот несколько примеров деревьев, да, то есть кокора там, или что может быть тоже пища из деревьев нашей средней полосы, из неочевидного. Ну, трудно, честно так говоря, сразу, потому что все это настолько разнообразно, настолько все это... Вот, используется все-таки широко и по-разному. Кстати сказать, у нас недооценивают такой очень мощный биостимулятор, как шелковица. Ага, которые черные ягоды вот эти. Черные или белые, все равно какая. Это страшная сила биостимулятора. Там очень легко растворимые сахара как раз. Они сами ягоды прям так. Да. И вот эти сахара впитываются мгновенно и дают взрыв энергии. Даже существуют такие очень миленькие эти самые плитки из сушеной шелковицы. Ага, да-да-да. На пожарный случай. Да. Он работает почти как кофеин. Ага. Сразу встаешь на дыбы, ну недолго, конечно, это все-таки сахар. Ну да. У нас интересно получалось делать чай из листьев, ферментированных листьев шелковицы. Вот не пробовал, надо проверить. Мы вам все пробуем ферментировать. А может быть, расскажете что-нибудь про чай чуть-чуть? Про травяной. Я же не такой специалист в чаях. Я в основном, если чаи, то у меня в основном из палок. Вот интересно, кстати. Вот это вот наша разработка. Это моя разработка чистая. Из веточные чаи. Зимние ветки.
Единственное, что реально похоже на то, что должно быть в смысле плодов, вот, это оказалась уссурийская груша. Зимние ветки уссурийской груши дают потрясающий напиток, немножко похожий на крокодил, только не кислый, ярко-красного цвета и с интенсивным вкусом груши. Вау, ничего себе. Это палки? Палки. Просто палки. То есть, ну, веточки. Ну, не такие же, конечно, палки. Но не толще, чем палец. Нет, вообще тоненькие веточки. Мы тогда с покойной Валентиной Михайловной, бывшим директором этого сада, когда я писала Робинзон, нам чуть пришло в голову, ну, мы вишню заваривали, где-то осенью, я осенью его кончала, пришло в голову попробовать. И, в общем, мы вот все практически, что в ботсаду есть, кроме заведомо слабительных, мы все заварили и все попробовали. У вас там коллекция, вот, безумная веточка как раз в коридоре, это вот оно? Я, потому что я впервые, я обычно вижу гербарий, там цветы, там или спилы деревьев, а тут вот такие тоненькие веточки и просто бесконечно рядом. Это у нас Оксана Александра, как мы издеваемся, называется дубинарий. Дубинарий. Ну, потому что гербарий – это сушеная трава. А это сушеные дубины. Это, по-моему, ваше изобретение. Да? А это сушеные дубины. Поэтому гербарий не получается. Надо взять на заметку. Ну, то есть вот такие веточки разных... Веточки, да, тонкие веточки. В общем, все, что съедобно заведомо, мы все перепробовали. Очень интересно получается из клёна. Но клён надо варить долго, упорно. И дать постоять, потому что в сердцевине клёна много сахаров. И настой получается сладкий. Похож на, по цвету, на вкус и чай, и сладкий. Это клён канадский, вы говорите? Из любого. Обыкновенно? Да, мы... Но надо именно варить, да? Не заваривать, а прямо... Именно варить. Все ветки варят. Варят. Не меньше 5 минут варят все ветки. Ну, вишня – это вообще классика жареная. Вот вишневые, да. Черемуха пахнет горьким миндалем. Рябина пахнет, не поймешь чем, но у нее там лекарственное действие мощное. Яблоня в зависимости от сорта. Вот мы яблони пробовали очень. Яблоня ветки в зависимости, именно ветки. Ветки в зависимости от сорта. Чем более сладкое само яблоко, тем более вкусные ветки. Ага. То есть нужно посмотреть, выбирать сорта. Да. Вот ветки. У меня есть эти ветки. У меня же раз дома отломалась у яблони моей. А когда лучше собирать эти ветки? Ну, мы зимой пользовались. Зимой. Вот из Ургуза как раз хороший чай получается, из веток с листьями. Mm-hmm. Кстати, вот вам еще один, эти самые ферментированные листья розы, шиповников. Шиповников. Вам надо даурский где-то достать, потому что наиболее ароматный из всех. Какой именно? Даурский. Шиповник даурский. Не собачник, а именно... Именно даурику, потому что я вам даурику давала нюхать. Ну вот, шиповники все пробовали, липы, клены все перепробовали. Ну, дубовые там нет смысла, потому что это чисто вяжущие. Это надо просто открыть и посмотреть этот. Черешню пробовали. Будем тоже пробовать. Я уже на примете себе подумал, вот смородину попробую, кусты всякие. Надо. Ладно, Наталья Григорьевна, я думаю, надо закругляться. Огромное спасибо. Пожалуйста. За такую подробную экскурсию, за рассказ. Всем зрителям будет интересно познакомиться с садом, во-первых. Я надеюсь, что мы не последний раз Наталья Григорьевна в гостях. Рекомендую купить книги, потому что я думаю, это бесценный источник знаний по растениям, по дикоросам России, которые могут влиять в пищу. И думаю, еще обязательно приедем в гости еще раз. Вот. И место само располагает. И Наталья Григорьевна, надеюсь, нас примет. Да, это гранат высок, кстати. Разбавили паразиты. Разбавили, да. Все понятно. Не вы, а они. Я понял. Вы не успели, потому что... Спасибо большое. Пожалуйста. Все, до новых встреч. Всем пока.